Здравствуйте, уважаемые рыболовы! Видеообзор подготовлен специально для интернет-магазина F-Magazine. В данном видеообзоре хотелось бы рассказать о довольно интересной и качественной блесне от французской компании MEPS. Моделька называется Aglia TV Mino. Данная блесна немножко необычно изготовлена, но начнем по порядку. Основное, скажем так, изготовление вертушечки довольно классические. Имеется проволочный каркас, на котором посредством U-образной такой проволочной петельки закреплен лепесточек, на лицевой стороне которого выштамповано название бренда MEPS, модельки Aglia, размер соответственно 0 и где изготовлена Made in France. Затем на каркасе идут три бусинки, две крупных, одна поменьше. Затем идет задняя грузочка данной вертушечки. Вертушка у нас получается задняя груженная. И вместо, скажем так, на конце проволочного каркаса, вместо привычного тройника у нас имеется вот такая вот рыбка. А тройник у нас установлен в конце хвостовой части рыбки. То есть имеется такой проволочный, условно назовем его, поводок, который проходит вдоль тела рыбки, на котором закреплен тройной крючок. Рыбка у нас, ну скажем так, классическая, не виброхвост, то есть она у нас не активная получается. Она просто является некой, скажем так, точкой удара, имитацией малька, я не знаю. В общем, основную игру создает у нас лепесток. Крючок установлен здесь довольно-таки качественный. Нареканий абсолютно никаких не вызывает. Данную приманку я рекомендую применять, конечно же, на ультралайтовой снасти, так как 2 грамма довольно-таки легкий вес. Весит она немного, приманочка, и на лайтовой снасти, я думаю, с забросом, конечно же, будут проблемы у многих. На ультралайтовой же снасти, в принципе, летит данная приманочка довольно-таки неплохо. Ветер, конечно, за счет вот этой силиконовой рыбки имеет некую парусность, данная блесна, и немножко ухудшается заброс. При приводнении, как только начинаем мы вращать катушку, у нас лепесток сразу вступает в работу, заводится довольно-таки легко. Данная приманка работает отлично как на водоемах со стоячей водой, так и на водоемах с течением. Отлично сохраняется игра даже на медленной скорости проводки у данной блесенки. В первую очередь вертушка подойдет для ловли таких видов хищника, как белый хищник, это голавль, жерех, в частности еще ясь, а также для ловли окуня. Не исключены, конечно же, и поклевки щуки. Могу смело рекомендовать данную приманочку к приобретению. Приманки от компании MEPS пользуются, как бы уже давно зарекомендовались, и пользуются большой популярностью. Приманки очень-очень хорошие у них. Всем спасибо за просмотр. До свидания.